Оперативный штаб Чувашской республики настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Ядрин в ближайшее время. МЧС России провело по всей стране масштабные санитарно-профилактические мероприятия. Перед специалистами была поставлена задача – уменьшить риск заражения коронавирусом на социально значимых объектах. За апрель-май было обработано свыше 20 тысяч зданий и сооружений. Побывали спасатели и на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Санитарная обработка проводилась с использованием специального обеззараживающего раствора, безопасного для здоровья людей. Пожарно-спасательными подразделениями отрабатываются действия при работе в зараженной зоне и выходе из нее. Дополнительно принимаются меры по дезинфекции служебно-бытовых помещений, дезинфекции техники. В первую очередь были обработаны все контактные поверхности и рабочие места. Проделана и другая работа. Одно из самых важных мероприятий, которые мы провели, это создание санитарных постов. Совместным решением с первичной профсоюзной организацией было создано 12 санитарных постов, назначены ответственные. Это в первую очередь в цехах. На некоторых цехах, в некоторых корпусах по 2 санитарных поста. У наших работников за счет в том числе установленного современного инфракрасного телепорта определяется температура на входе. Но, безусловно, необходимо замерять температуру в течение дня. Вот как раз те ответственные санпосты занимаются этими вопросами. Замеряют, записывают в журнал, отслеживают, нет ли повышенной температуры. Если какие-то возникают вопросы с масками, тоже можно обратиться на санпост. Там всегда имеется необходимый запас.